Всем привет! Недавно закончилась трансляция от разработчиков, на которой было показано, что нас ждет в ближайшем обновлении. До окончания технических работ осталось менее часа, и я решил выпустить такое небольшое видео, которое я хочу, чтобы вы посмотрели до того, как сервера запустятся. Про сорку я ничего говорить не буду, тут и так все понятно, новый класс, всем нужно качать. Даже, к сожалению, тем, кто ее не планировал качать, также ради ивента, ради наград, желательно все-таки ее прокачать. О чем хотелось поговорить? Гравировка. Если у вас есть деньги, сразу же заходите в игру, идете на аукцион, покупаете самый дешевый фиолетовый золотой шмот, переводите в камни гравировки, гравируйте свое снаряжение. Чем раньше вы это сделаете, тем, скорее всего, дешевле у вас это получится. Так как, я думаю, ближе к вечеру, ну и вообще последующие дни, цена будет расти. На голд, на фиол и так далее. Ивент. Это, пожалуй, основная причина, почему я решил записать это видео. Что такое ивент пазл? Это поле 5x5, всего 25 ячеек. В одной из этих ячеек находится основная награда. В день дается 3 открывашки, 3 открывания любой ячейки и также 3 обновления всего поля. Важный момент. Я не рекомендую открывать поле, пока не будет анонсирован весь список наград. Список наград, топовых наград, обычно публикует разработчик, но если этого не происходит, мы с помощью комьюнити, игроки присылают нам скриншоты, мы формируем список наград, которые можно получить. И вот после списка наград можно уже понять, какая награда топовая, какая вам именно нужна, и уже тогда с умом просто обновлять поле. Такой еще момент, что, например, потратив все обновления и не получив топовый предмет, не волнуйтесь, то есть, ну, открывашки перебрасываются на следующий день. То есть, теоретически, вы можете потратить все открывашки чуть ли не в последний день ивента. Собственно, вот, что я хотел рассказать. Ну, и также вот книга предметов, то есть, если у вас цель ее закрыть как можно раньше, просто заходим в игру, и чем раньше вы зайдете, и чем раньше вы скупите предметы, тем дешевле вам это обойдется. Собственно, вот такое небольшое, короткое видео. Надеюсь, оно для вас было информативным. Всем спасибо, всем пока.